Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на своем игровом канале PinCod Games, и с вами снова Илья. Сегодня мы продолжим прохождение игры Call of Duty Black Ops 2. Но, предупреждаю, сегодня мы с вами поиграем в побочные миссии, которые практически не влияют на основную сюжетную линию. И напоминаю, что видео снято специально для группы vk.com/play2play. Давайте начнем. Выберем сложность рядовой. И сейчас мы с вами будем снова играть за ударную группу Окса. Идет загрузочка. И с мгновения на мгновение начнется наша с вами миссия. Основная цель — найти важную персону. Остров Сокорта, Йемен. Так, нам сейчас показывают возможные точки, где может находиться цель. И нам надо найти важную персону. И когда мы уже найдем, собственно, важную персону, нам надо добраться до точки эвакуации, которая только что была отображена на карте. И основная цель, собственно, найти важную персону. Хочу предупредить сразу, сейчас будет немножечко долгая загрузка, потому что у побочных миссий это всегда почему-то длится гораздо дольше, чем даже у миссии с основной сюжетной линией. Такая небольшая странность игры. А, ну все, в этот раз быстрее. Второй шанс. Остров Сокорта, Йемен. Ударная группа Окса, 14 июня 2025 года. Мы высадились в Йемене. Присутствие гражданских сведено до минимума. Давай побыстрее. Обыскать территорию. Так, все. Давайте-ка отправимся по левой стороне. Сначала вон на ту точку. Подкрепления развернуты. Орлы на позиции. Так, двигаем. Кинем-ка туда световую. Направляется к отметке. Так, обойдем всех со стороны, чтобы не идти прямо в лоб. Открываем огонь по вражеской пехоте. Минус один. Заходим, где возможно будет наша цель. Так, тут у нас с вами никого. Идем на следующую точку, давайте-ка вон на ту. Так, еще несколько противников готовы. Еще один тоже отправился на небеса. А мы с вами давайте-ка уничтожим летающего дрона. Все, он готов. Так, идем на следующую точку. Она у нас, вот она. Так, тут объекта тоже нету. Гранатометчик готов. Ага. Давайте-ка попробуем забраться сюда. Так, тут тоже мы не нашли нужную нам цель. Так. Ай-яй-яй, нас уничтожили, переключаемся на другого игрока. Так, что-то у нас начались заподлагивания. Но надеюсь, это скоро закончится. Ведем огонь по вражеской пехоте. Угроза ликвидирована. Ага. Нас снова забрали. Мы согрелись. Так. Есть попадание. Отправимся вот на вот эту точечку. Ага. Он готов. Заходим. Все, мы нашли. Это та самая карма, которая была в одной из частей. Новый приказ для воздушных сил. Раптор 1-1 отправляется за объектом. Нам надо сейчас добраться
до точки эвакуации, которая обозначится чуть позже. Живо к СВВП, мы тебя забираем, Хлоя. Ага, все. Идем. Раптор 1-1, приближайся к точке эвакуации. Раптор 1-1, готов к эвакуации. Так. Иди сюда за нами. Так, дрон уничтожен. Еще один враг готов. Дрон готов. Так, давай за нами. За нами. Давай, Хлоя. Так, она... Он мертв, извиняюсь. Так, до ключевой точки осталось. Открываем огонь по вражеской пехоте. Переходим на позицию для атаки пехоты. Хлоя следует за нами. Она же, к слову, и есть карма. Ведем огонь по вражеской пехоте. Так. Вражеский огонь угрожает безопасности объекта. Так. Давай, все, мы ее довели. Успели? Да, есть. Хлоя запрыгнула в самолет. Все наши вроде как успели, все. Мы выполнили эту миссию, она коротенькая, и поэтому мы сейчас пройдем с вами еще одну. Открытое достижение, свидание вслепую. Ну что ж, победа, подтверждаем. Поздравляю вас с очередным пройденным заданием. Так. И сейчас мы приступим к следующей миссии. Загружается. И остались считанные минуты, чтобы мы начали с вами следующий этап прохождения. Так, открыто достижение 10К. Не знаю, что оно значит. Узнаю потом, когда... буду посещать, собственно, свой аккаунт в Стиме. Так, теперь мы сейчас пройдем с вами еще одну побочную миссию, называемую «Устранение». Устранить председателя КСС Тяньчжао. Выбираем сложности рядовой и начинаем. И снова загрузочка, и мы снова будем играть за ударную группу Окса. Основная цель — устранить генерала Джао, место Пешавар, Пакистан. И цель первая — преодолеть силы охраны генерала Джао. И, собственно, его надо нам ликвидировать. И цель третья — защищать модуль взлома, работающий над доступом к СВВП. СУВП — это такой вертолетик, полусамолет, полувертолет, если быть точнее. Ну что же, как я вам говорил до этого, тут весьма долгая загрузочка, поэтому нам придется немножечко с вами подождать. Но я думаю, если у вас есть хотя бы толика терпения, вы дождетесь. Ну все, собственно, начинаем. Играем за ударную группу Окса, и снова 2025 год. Пешавар, Пакистан. Вижу вражеские СВВП. Торопитесь, у нас всего одна попытка. Так, уничтожили с вами вражеские СВВП. Отличный удар по цели. Как СВВП раз в одном из них сидит Тяньчжао. Прорывайтесь к месту крушения и ликвидируйте генерала Джао. Так. Понял, выдвигаюсь. Данные, полученные в Пакистане, дали нам достаточно времени на подготовку. Операция должна пройти успешно. Ух ты. Ликвидация генерала Джао одобрена. Переходим к захвату сбитого СВВП. Так, дрон уничтожен. Мы получили новые данные. Джао активировал... Минус трое из пехоты. Вас понял. Так, турельку мы с вами уничтожили вражескую. Нам надо убить с вами дрона и расправиться с вражеской пехотой, защищающей СВВП.
Так. Двигаемся, двигаемся, двигаемся. А тут у нас целое столпище вражеских дронов. Так. Мы с вами еще один ИСД уничтожили. Давайте-ка обойдем такими окольными путями. Еще один ИСД готов. Так. Еще один ИСД мы уничтожили. Давайте с вами уничтожим турель. Есть, мы с вами уничтожили. Так, разобрались таким методом с пехотой. Так, еще один дрон уничтожим. И давайте-ка с вами рискнем и уничтожим эту турель. Есть. Турель уничтожена, и у этого пехотинца у нас с вами нету оружия. Так, возьмем у него оружку. Ведем огонь по вражеской пехоте. Яблочко! Так. Еще один мы с вами СД ликвидировали. Займемся пехотой. Давайте установим передатчик, чтобы взломать защиту СВВП. И займем позицию. Подтверждаю, эми-заряд установлен. До импульса одна минута. Противник собирается уничтожить эми-заряд. Так, отстреливаем, отстреливаем. Нам ни в коем случае нельзя сдать позиции свои. Ах ты. Нас сняли, переключаемся на следующего игрока. О, мы, к счастью, переключились на пулеметчика. Это такая боевая машина, можно сказать, в этой игре. Так. Сигнал потери от переключения на пехоту. Подрыв ЭМИ проведен успешно. Переходим к цели. Система защиты СВВП отключена. Есть, мы систему защиты с вами отключили. Ах ты, ах ты. Мы слишком далеко. Войска подкрепления приближаются. Ведем огонь по вражеской пехоте. Так, войска подкрепления прибыли. Подкрепления развернуты. Орлы на позиции. Так, отстреливаем, отстреливаем. Еще до конца миссии около 5 минут. Открываем огонь по вражеской пехоте. Ах ты. Нас снова забрали. Мы согрелись. Войска подкрепления приближаются. Так, давайте-ка через окошко пролезем. Ведем огонь по вражеской пехоте. Тут человек кровью истекает. Подтверждаю, новые войска наготове. Открываем огонь по вражеской пехоте. Есть, вышел, собственно, сам Тяньчжао. Мы добрались. И делаем решающий выстрел, роковой для генерала. Задание выполнено. Все. Мы его ликвидировали, сделали снимок. Идет обработка, и все. Подтверждение получено, цель уничтожена. Тяньчжао отправился на небеса. Победа. Снова я вас поздравляю. И на этом, кажись, побочные миссии закончились. Хотя давайте-ка я все же посмотрю. Может, они все же еще остались. Если же нет, то на этом очередную часть нашего прохождения я объявляю закрытой. Но пока рано судить, сейчас глянем, остались ли у нас еще пробелы в прохождении. Если же нет, пойдем дальше по основной сюжетной линии. Так, это было, это у нас было. Детали задания, ага. Так, это было. Это было. Так. По-моему, все у нас было. Ну что ж, дорогие друзья, на этом я объявляю очередную серию законченной. Поздравляю вас. Всем хорошего настроения, отличного дня. До новых встреч. Всем пока.